Не бойся. Убрала я жакуль мисочку твою с зерновыми с полки. Гуляют там мыши. Теперь буду так тебе выносить. Нет там никого, Жакусь. Нет, там синичка была. Да, наверное, синичка была в твоей мисочке. Точно-точно тебе говорю. Да, Жакусь, теперь у нас вот так вот будет. Теперь полочка свободна. И можешь там просто отдыхать, мой золотун. Жак прилетает все раньше и раньше на ужин. Что же, Кусь, пойдем орехи доставать? Кто там? Синицы там летают. Давай, иди орешки доставай. Смотри, где орешек твой. Иди. Вон там орешек. Вон, доставай, открывай, открывай сам. У меня нет ничего здесь. Я хочу, чтобы ты сам достал. Иди. Иди, Жакуль. Вот орешек там. Так, открывай и доставай. Ты думаешь, я тебе доставать буду? Золото ты мое. Я же хочу, чтобы ты сам достал. Иди доставай, Жакусь, сам. Смотри, я тебе уже там открыла. Иди. Иди доставай. Так, сделаем по-другому. Надо, чтобы он к ней привык, он ее боится. Думают, что я ему буду доставать. Жакусь, смотри. А вон орешек. Иди бери. Иди сам бери. Где орешек? Иди бери. Не бойся, не бойся. Не бойся. Ах ты ж молодец, умничка. Ничего, привыкнет к ящичку. И потом сам будет открывать. Oh,